Деда Мороза, телеканала «Тверской проспект», жители города узнают уже издалека. Многие хотят получить долгожданный подарок и пишут письма новогоднему волшебнику. А он читает все обращения и исполняет желания. А его помощница Снегурочка помогает ему правильно распределить все презенты. Марафон новогодних чудес продолжается. Утром и днем Дед Мороз и Снегурочка не перестают радовать жителей Твери неожиданными и полезными подарками. А чтобы точно знать, какой именно подарок желает каждый горожанин, они отправились проверить почту Деда Мороза, которая постоянно пополняется письмами. Дедушка, смотри, что я тут достала. Письмо тебе написали жители Твери. Наверное, список своих подарков. Поэтому на-ка посмотри, открой, посмотрим, все ли по списку-то мы взяли сегодня. Давай-ка, Снегурочка, посмотрим, что у нас хотят жители Твери. Новогодний праздник. Ох, письмо-то большое. О, хватает ли у нас там подарочки, Снегурочка? Слушай, дедушка, конечно, хватает. Я же про запас беру всегда, чтобы поздравить всех с наступающими праздниками. Проходя по улицам города в поисках написавших письмо, Дед Мороз осмотрел новогодние украшения на улицах и удивился на все еще отсутствующий снег. За этой прогулкой новогодний волшебник встретил одного из списка желающих подарок. Писал письмо мне? Да. Письмо. Смотри, не это твое письмо? Вроде да. Там у нас список тех, кто пишет нам письма. И твое имя как раз таки есть у нас в списках. От пекарни «Три пирога» мы дарим тебе такой замечательный сладкий подарок. Праздничный стол – это ароматная выпечка, имбирные домики, расписные пряники, капкейки и пирожные. Пекарни «Три пирога» для жителей города подготовили также классические варианты тортов «Наполеон», «Королевский» или «Прагу». И всегда имеется возможность изготовить торт по желанию. В мешке Деда Мороза нескончаемый ассортимент подарков, который по нраву даже самым маленьким тверичанам. Дед Мороз тебе подарочек принес. Посылку. Внутри все, что ты пожелал. Смотри, что там? Как тебе подарок? Хорошо. Нравится? Да. В Новый год всегда хочется поразить родных и близких вкусным и необычным подарком. Например, мороженое. Его любят взрослые дети. В Баскин-Роббинс придумали решение. Это торт-мороженое, изготовленный из классического ванильного или необычного вида мороженого. Украшением праздника станет торт в виде сыра. Многие жители уже точно знают, что будет на их новогоднем столе. Обязательно будет торт. Тем более, что мы получили сертификат. Я думаю, что мы обратимся в Баскин-Роббинс и купим тортик, может быть, в виде сыра. И вот такой замечательный сладкий подарок у нас будет также к Новому году. Со всей семьей его разделим. Спасибо большое. Вне зависимости от возраста, многие люди верят в чудеса, особенно в предновогоднюю пору. И чтобы их желание точно сбылось, пишут письма Деду Морозу, а он выполняет каждую просьбу. Наиля, скажите, писали вы дедушке письмо? Конечно, писала. Да? Смотрите, у нас в списках как раз ваше имя, не зря ж мы к вам подошли сегодня. Вот. Знаем, что вы загадывали быть всегда красивой, правильно? Что всегда-всегда вот, озарять, ходить улыбаться, как сегодня, да? Прям? Да, все верно. Мы вам дарим подарок от наших партнеров, от парфюма. Да. Весь набор для красоты мы сегодня вам подарим. Предновогоднее время – это пора корпоративных вечеринок и разнообразных торжеств. Создать образ поможет парфюм в специальной коллекции сияющих помад и жидких теней с глиттером. Дополнит образ мистическая эссенция «Парфюмированное масло». Он станет отличным завершением или подойдет в качестве подарка для настоящих эстетов. Хотим подарить вам подарочный сертификат стоматологии с именем Альфавита. Вот, там как раз-таки вы можете все процедуры сделать вот, в новом году. Вот, спасибо большое. Вам. Конец года уже совсем близко, а стоматологи рекомендуют проверять зубы раз в полгода, поэтому самое время перед новогодними праздниками пройти плановый осмотр. И чтобы блистать красивой улыбкой в новогоднюю ночь и после, стоматология Альфавита предлагает свои услуги. Помимо этого, в клинике осуществляется реконструктивная хирургия любой сложности. Узнать о любых новостях наших партнеров и актуальной информации из жизни города всегда можно на нашем новом сайте. Хотим вам подарить такой небольшой сувенир. У нас открылся новый информационный портал «Панорама Про». Можете заходить и смотреть там новости. Спасибо большое. Вот. И вспоминать о нас, когда будете пить чай. Здорово, круто. Красный мешок с подарками от Деда Мороза телеканала «Тверской проспект» еще полон презентов. Следите за нашими анонсами и не забывайте писать свои желания новогоднему волшебнику и его помощнице Снегурочке. Ведь в скором времени они снова выйдут на улицы Твери, чтобы осчастливить жителей города.